Всем привет, с вами Хьюберт, и хочу сказать вам, что я начал работу над ремейком 10.6 на Unity. Да, меня очень сильно вдохновил этот мод, и я хочу поделиться с вами своими первыми наработками. Сейчас вы смотрите дневник разработки за июль, а точнее за его последнюю неделю. Подобные видео будут выходить раз в месяц на моем втором канале и на канале нашего объединения в будущем, когда оно полноценно сформируется, и мы будем готовы показывать вам нечто больше, чем сырую запись геймплея. Сейчас на своих экранах вы видите первую играбельную альфа-версию. В ней есть только комната, несколько пропов и скрипт для ходьбы, оглядки и прыжка. Можете пока посмотреть запись геймплея, а позже мы перейдем к последней на данный момент рабочей версии. Сейчас же вы видите версию 0.0.0.3, а точнее версию с исправленным глючным курсором. На данный момент это последняя альфа, доступная для игры. Я планирую также после альфы 0.0.0.5 выкладывать их с небольшим запозданием, либо же вообще не показывать до снятия очередного дневника разработки. Также о планах. Эта комната была создана для проверки источников звука, источников света и урона от падения. Давайте же я расскажу вам о багах в этой версии. При первом запуске игры на новом устройстве, если нажимать кнопки передвижения прежде чем загрузится первая локация, персонажа может начать телепортировать случайные места на карте. Как починить его, я не знаю, скорее всего это сам по себе Unity виноват. Второй. После закрытия стартового меню курсор остается на экране, но пропадает, если свернуть игру или запустить любую другую программу поверх. Третий. При прыжке в приседании камера проходит через потолки насквозь. И как решить это, я даже примерно понимаю. Надо снизить высоту прыжка и камеры во время приседания. Высоту прыжка, например, сократить вдвое, а высоту камеры поменять с 0.9 на 0.36. Я надеюсь, что это поможет. Давайте я поделюсь с вами моими планами на обновление в альфе 0.0.0.4. Я хочу сделать так, чтобы курсор при загрузке уровня пропадал, доработать стартовое меню, добавить настройки громкости, возможно даже графики, исправить баг с приседанием и прыжком, добавить тряску камеры при ходьбе, сделать тест анимации для штуки, сделать нажатие на кнопку, которая будет переносить на какое-либо из ярусов. В альфе 0.0.0.5 сделать модель ног у игрока, добавить ножик и код для запуска его анимации, сделать также внутриигровое меню паузы, код шкалы здоровья, схему урона от падения и, возможно, даже перенести в игру нетекстурированную версию нулевого, первого и второго ярусов игры. Первый нетекстурированный ярус должен появиться в альфе 0.0.0.4. Надо также назвать список людей, работающих над этим проектом. Во-первых, это я, Макс Кучеренко или же Хьюберчит. На данный момент я отвечаю за код, моделирование уровней, звук и распространение информации об этой игре. Во-вторых, это Иван Шишкин или же HQ King. Он отвечает за моделирование персонажей. Также у нас в команде есть Ралзей с одноименного канала, но пока что мы не определились, какая у него роль будет в проекте. Надеюсь, что к сентябрю я выполню все свои обещания и покажу вам новую версию нашей игры. Оставайтесь на связи, а всем удачи и всем пока.